Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сенчихина Алена Владимировна, лектор военно-исторического отделения Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию акцию памяти. Честная, пионерская, ничего не сказала. 20 февраля 1943 года в деревне Васильковичи Ленинградской области фашисты расстреляли 13-летнюю партизанскую связную Галю Комлеву. Когда началась война и фашисты приближались к Ленинграду, для подпольной работы в поселке Тарновича на юге Ленинградской области была оставлена вожатая средней школы Анна Петровна Семенова. Для связи с партизанами она подобрала самых надежных своих пионеров, и первой среди них была Галина Комлева. Веселая, смелая, любознательная девочка за 6 своих школьных лет была 6 раз награждена книжками с подписью «За отличную учебу». Юная связная приносила от партизан задания своей вожатой, а ее донесение переправляла в отряд вместе с хлебом, картошкой, продуктами, которые доставали с большим трудом. Однажды, когда посыльный из партизанского отряда не пришел в срок на место встречи, Галя, полузамерзшая, сама пробралась в отряд и передала донесение, и, чуть погревшись, поспешила назад, неся новое задание подпольщикам. Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала листовки и ночью разбрасывала их по поселку. Фашисты выследили, схватили юных подпольщиков. «Собирайся», — сказал Галя, немецкий переводчик. «За что вы берете ее?» — спросила мать. Она старалась говорить спокойно, но от волнения и страха у нее прерывался голос. «Что такое могла сделать моя дочка?» Переводчик ничего не ответил, только переглянулся с обер-лейтенантом. Тот, положив ногу на ногу, сидел у стола и курил. «Ей еще и 15 нет. Что такое могла сделать?» — повторила мать. «Ты не волнуйся, мама». Галя подошла к матери, обняла ее. «Это, видно, ошибка». Когда солдаты увели ее, Зинаида Ивановна едва удерживалась, чтобы не зарыдать и не броситься за ней. Но мысль, что это вызовет у немцев подозрение, остановила ее. А как только за Галей закрылась входная дверь, Зинаида Ивановна зарыдала. Зинаида Ивановна подбежала к воротам, когда сани уже отъехали. В вечернем свежем воздухе она совершенно ясно услыхала Галин голос и другой, тоже молодой и очень звонкий. Голос ей был хорошо знаком. «Неужели гестапо обнаружило всех? Значит, их кто-то выдал?» – подумала она. Ей стало страшно от этих мыслей. 2 месяца провела Галя Комлева в гестапо, и ее ежедневно избивали и без сознания тащили обратно в камеру, чтобы на утро снова взять на допрос. Галя продолжала молчать. Она вела себя мужественно и сохранила доверенную ей тайну. Она партизанская связная Галя Комлева. 20 февраля 1943 года ее вместе с другими арестованными увезли в деревню Васильковичи и там расстреляли. Галя Комлева посмертно награждена орденом Отечественной войны первой степени. Дурацкий мост. Я ручаюсь, что 3 месяца назад его можно было бы взорвать гранатой. Не тронь взрывчатка. Что ей будет-то? Ей-то ничего не будет. Стой, Васька, назад!